Украина оказалась в тройке лидеров среди европейских стран по заболеваемости корью. Первое и второе места заняли Румыния и Италия. По данным Всемирной организации здравоохранения, за год количество случаев кори по всей Европе увеличилось на 400%. Заболели более 20 тысяч человек, 35 из них умерли. Медики предупреждают, вспышки будут продолжаться, пока все дети и взрослые не сделают прививки. Но в Украине вакцина от кори заканчивается. В госклиниках она на исходе, а в частных ее вообще нет. Новую партию обещают только весной. Напомню, в Украине с начала этого года корью заболели более 4 тысяч человек, умерли 3 детей и 2 взрослых.